И всем привет, ребят, с вами Мистер БаХбКа, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен открытию новых обновленных контейнеров. Сегодня вместе с вами мы проверим частоту выпадения из обычных контов, посмотрим, как оно поменялось, поменялось ли оно в лучшую сторону, потому что относительно недавно, еще до этого обновления, я открывал 300 контейнеров, и там все выглядело довольно грустно и плачевно. Посмотрим, повлияло ли это обновление на дроп с обычных контов, стал ли этот дроп лучше, начало ли в них реально падать что-то годное. А годное, в моем понимании, это именно танкоины, ну и вообще золотые свечения в большом количестве, потому что, как я уже сказал, предыдущий раз, когда я открывал, золотых свечений вообще не было, да, то есть я там 300-ку открыл и, грубо говоря, открыл просто пустые контейнеры, поэтому проверим, что у нас в этом плане будет сегодня, удастся ли нам выбить что-то интересное. Ну а если вам нравятся видеоролики, посвященные открытию контейнеров, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого на структуре в аккаунтике установите мой личный таг teamp, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего открытия, то сегодня мы вместе с вами откроем опять же 300 обычных контов. По дропу на этом аккаунте у меня есть огромное количество золотых свечений. Что касаемо других свечений, то здесь у нас все выбито, да, поэтому наша задача посмотреть вообще, насколько большое количество этих золотых свечений будет нам дропать, да, будет ли вообще здесь какой-то дополнительный повышенный шанс. Ну, либо же все так же у нас останется, и даже с каким-то дефолтным дропом нам особо ничего здесь интересного падать не будет. Поэтому давайте приступать к открытию, ну и смотреть, что же у нас будет здесь падать. Не забываем то, что можно здесь на ускоренных все это дело, конечно же, открывать. Мы не будем здесь особо времени много тратить на долгие открытия. Так, ну и у нас, я так понимаю, что дефолтное свечение с обычных контейнеров, это с пятнашки должно падать одно хотя бы синее, да, то есть раньше у нас было там и по 3, и по 4 синих, если сейчас будет падать всегда только по одному синему в конце с обычных контейнеров, это, конечно, будет выглядеть максимально грустно, но там были еще и шансы на фиолетовое и золотое, не помню, правда, сколько там, вроде с 300 одно золотое точно должно было падать, и несколько, наверное, там фиолетовых, если я не ошибаюсь. Если вдруг что, меня в комментариях вы можете поправить по этому поводу. Так, ну и открываем. Пока что у нас вообще ничего нету. Пока что просто с пятнашки падает одно синее свечение. Пятнашки контейнеров, одно синее свечение падает. И все. Да, то есть здесь больше ничего интересного я в этом плане не вижу от слова совсем. И это, конечно, максимально грустно. Пока что. Но надеюсь, что ситуация в этом плане исправится. Пока нет. Пока вообще никак. Пока вообще никак от слова совсем не исправляется ситуация. Я в еще большем шоке, что ли, буду после открытия этих контов. Так, ну ладно. Есть у нас фиолетовое, да? Одно фиолетовое есть. Неплохо. Очень неплохо. Растем. Растем. Одно фиолетовое свечение имеется. Неплохо. Очень прикольно. С одним фиолетовым свечением. Очень прикольно. С еще одним фиолетовым. Ух ты, эпический ключик мне падает. Ничего себе. Как будто это лучший дроп. Я такого еще не видел. Как будто это уже сейчас был и лучший дропчик из обычного контейнера. Но я бы хотел бы выбить, конечно, танкоинчики в интерес. Ух ты, еще один эпичный ключ. Офигеть, два ультраконта выбил. Выбил два ультраконтейнера уже с двух пятнашек. Неплохо, неплохо, как будто растем. Как будто дроп начинает реально неплохой сыпать. Еще, может, третий ключик? 100 тысяч кристаллов нам падает с золотого свечения. Ничего себе. Вот это да, первое золотое. Это, я так понимаю, гарантированный приз, который был. Упал нам. Гарантированный приз в виде золотого. Ну и это уже лучше, чем было с предыдущих контейнеров. Попрошу. Это уже лучше, чем было с предыдущих контейнеров. Но может быть что-то будет еще более жесткое? Может быть мы увидим еще что-то более жесткое? Проверим. Проверим. Может быть реально мы сегодня с 300-ки выбьем прям даже еще больше золотых. И еще может ключики какие-нибудь, танкоинчики какие-нибудь дропнут. Я был бы очень рад, если бы мне что-то такое интересное бы здесь упало. Я, кстати, не заметил, не посмотрел, сколько у меня было кристаллов. Можно было бы еще бы посмотреть на количество кристаллов. Посмотреть, сколько мне крисов здесь упадет. И у меня, к слову, было 400 вроде или 300 ДДшек оставалось у меня. То есть сейчас это открытие мне еще и количество ДДшек на аккаунте увеличит. Эпический ключ. Третий ключик. Третий. Три ключа я уже залутал. Вопрос лишь только в том, что выпадет с этих трех ключей. По ощущениям, по 3500 кристаллов? Наверное, выпадет. Наверное, по 3500 кристаллов. И это все, что будет здесь по дропчику. Вот так вот. Вот так вот. Упадет нам, скорее всего. Ладно. Пробуем дальше смотреть. Надо вообще посмотреть, сколько у меня контейнеров осталось. Потому что у меня там уже и контейнеров осталось очень и очень мало. Еще одно фиолетовое. Ух ты, золотое второе. Второе золотое, если что, упало у нас. Это уже больше в 2 раза. В 2 раза больше. Реально шансы-то увеличенные. Шансы-то реально увеличенные. 2 золотых свечения. Как ни крути. Да. Но реально дропчик стал поинтересней, да, относительно тех ключей, которые были до этого. Здесь хотя бы хоть что-то начало падать. Хоть что-то начало здесь падать. Так, у нас остается 57 контейнеров, это значит 3 пятнашки. Вот одну пятнашку я открыл, еще одну открываем, и еще одну сверху мы добавляем. И по сути у нас будет открыто 300 контейнеров, и можно будет уже подводить определенные итоги. Еще одно фиолетовое. Это 4-е уже или 5-е фиолетовое. Падает нам свечение. Обидно, что нам не упало 100 танкоинчиков. 100 танкоинчиков бы под превьюшку было бы очень вкусно. Так, ну и все. Остается у нас 12 контейнеров. Ровно 300 контов я открыл. Плюсанул довольно неплохое количество кристаллов. Несколько ключей. Да, 3 вроде штучки по ключам. 2 золотых свечения нам упало. И... сколько у нас упало по расходке? 2 где-то с половиной тысячи ДДшек упало. Практически 3000 ДД нам дропнуло с этого открытия. Ну что я могу сказать? 100% эти ключи с обновлением стали лучше по дропу. Да, если сравнить предыдущие 300 открытых обычных ключей на основном аккаунте и 300 на этом аккаунте, то здесь стало лучше. Но... хотелось бы все равно, чтобы было еще круче. Да? Но 2 золотых это уже неплохо. Да? 100 танкоинов до сих пор я здесь не увидел. Не знаю, сколько надо открыть, чтобы увидеть эти 100 танкоинов. Может, на основном аккаунте мне со следующего открытия упадет это все дело. Ну и фиолеток у нас там где-то 5 штучек было. Ключи тоже дропают. Но что касаемо ключей, то я их постараюсь накопить по 300. Да? И тогда уже сделать открытие и посмотреть, что нам из них будет падать. Как-то так. Пишите, что вы думаете по поводу контейнеров, по поводу ключей, как вам падает с них. Если у вас какой-то вкусненький дропчик, да, напишите свое мнение. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну, у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.